4 фестиваля за 2 месяца. Кинозал художественной галереи возвращается в привычный режим работы. Уже в этот четверг саровчан ждут на первую встречу проекта «Арт-лекторий в кино». Это возможность увидеть лучшие документальные фильмы об искусстве, снятые в HD-качестве. На большом экране зрителям старше 16 лет покажут премьеру «Сальвадор Дали в поисках бессмертия». Сальвадор Дали – это целая эпоха 20 века, который вдохновил многих современных художников и будет вдохновлять в будущем. 19 октября в галерее пройдет фестиваль уличного кино. Зрители смогут посмотреть серию короткометражных фильмов. Начнут их показывать в 15:00. Этот проект уже не первый год проходит у нас в стране, проходил всегда с широким масштабом, но уже вот второй год подряд с уличных площадок он переместился в закрытые помещения. В прошлом году мы впервые участвовали в этом фестивале, но, правда, летом, в июле. В этом году вот все сдвинулось на сентябрь. С 21 по 25 сентября в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет фестиваль «Женское лицо». Войны. Для малышей в возрасте от 6 лет покажут фильм «Сестренка». Зрителям от 12 художественные фильмы. «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Неженское дело», «Зоя», «Коридор бессмертия». Этот фестиваль инициирован Нижегородской женской организацией. Поэтому фильмы, которые в нем собрались, так или иначе представлены женской темой и судьба женщин, которые, на долю которых пришлась война. Закроет серию фестивалей «Нижегородский кинограф» фильмом в студии «Нижний». Его покажут 8 октября в 18:00. Более подробно о фестивалях можно узнать в группе ВКонтакте художественной галереи или по телефону 702-87-664-09. Для зрителей старше 12 лет. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».